Всем привет, с вами Сава. И сегодня я проверяю заодно версию Скиписа и новую программу для съемок. И да, эта игра уже старая, уже вторая часть как бы выходит 2015 года, но тюрьма все-таки прикольна. Первая — это исправительная колония, и очень легко. Или же центр ПЭКС. Так, отличайся, кому захотелось бы сбежать. Так, новая игра. Мне тот первый вообще понравился. Так вот. Вот, и можно русским? Да, можно русским. Сава. Бомб. Это обязательно так назвать. Следующее. Иметь персонажей тюрьмы. Ну что ж. Давайте я назову в честь подписчиков. Так, сейчас приостановлю запись. Так, и вот я назвал. Так, все проверил. Ой, офицеров не назвал. Так, Ангелина, Макс, Иван, Билл Бро, Юль Селфа, Диаметр, Кослозер, Мила 2, если ты меня смотришь. Так, офицер. Так, пусть будет мой главный хейтер. Макс Плей. Негр. Офицер Вика Леон. Тут беленькая. Офицер Дима, как там тебя? Ну тот, который справляет, короче. Так, офицер. Кто еще может быть офицером-то? Сейчас. Не знаю, кто может быть офицером. Сейчас еще приостановлю запись. Так, опять все проверяю тогда. И офицер Макс Плей, Вика Леон, Фан Влад, Пищутер Пи и... Фан Диаметр. Пусть будет Фан Диаметр. А, нет, не Фан Диаметр, а... Так. Сейчас... Так, да. Дами Ведер. Ок. Сейчас проверяю. Всех ли перемоло? Да, всех. Играть! Нет, обучение не нужно. И, кстати, эта версия больше на версию PlayStation похожа, чем на ПК. Сава Бомб. Боже мой. Сава Бомб, проснись. Сава. Боже мой, что за клоун тут? Проснись, Сава Бомб, это сон. Так. Вертикально используй. Добро пожаловать в центр. Автосохранение. Игра выполняется, когда загружает знак сохранения. Так, ребята. Следите так. Говорить.
Ой. Боже мой. Пока что у меня тут все не очень хорошо. Все я типа взял. Я немного занят. Только я тут одно не знаю. Что? Ой. Утренний перерыв. Юля стояла. Побег. Чтобы сбежать из любой тюрьмы, нужно выйти за забор. Ограждающий внешний периметр. Кажется, что забор тюрьмы центр П. Перкс легко преодолеть. Его возможно перерезать, либо сделать под ним подкоп. Но днем за забором наблюдают охранники снайпера. В некоторых тюрьмах заборы под напряжением, чтобы их сначала отключить генератор, да? Говорить. Я говорю говорить! Боже мой, остановитесь! Ох, так это офицер. Так он что-то продает. Она? Ангелин, говорить. Написать. Нет, написать это кулак вроде. Говорить. Да блин! Как на планшете еще серьезно. Так надзиратель говорить. Я сейчас занята. Профиль. Профиль. Ладно. Утренний перерыв. На завтрак офицер Вика Леон. Кстати, тут технический ключ за... Ой, основной это к ложке. Мне кажется, или в 12 обед. Залезть, открыть. Отрыжка. Это Билл Бро. Да, тут сложно все. Макс. Обед. Профиль. Дать. Статистика. О, у меня 0 центов. Профиль. Все понятно, нужно. Профиль. Только в обычном скепсисе у тебя там далось немножко. Денег. Так дальше, как я после обеда, я помню, у нас работа. Ищу терпи. Так, ты потеряешь работу и не сможешь выполнить, так, когда у тебя будет. Так. Ой, должность прачечной. Ой.
блин. Так. Открыть. Так все, теперь можно. То главное на офицеров с полицией, то будет подозреваемость. Я тут уже давать быстрее. Кстати, тут все полегче, чем на компьютере. Но все делается, мне кажется, медленней. Только если мы... Только я не знаю, во сколько нас тут... А! О! Я квоту тут, квота меньше. И, кстати, тут нету металлоискателя. Серьезно? Так, спортзал используйте. С командой нажима, так, силы и скорости. Бим-бим-бим-бим-бим. Сила увеличивается максимально здоровье, наносится в драках. Да тут все удобно, тут показывается твоя сила. И удобнее нажимать. Дать ничего, к сожалению, тебе дать не могу. Тут, кстати, охрана более жестокая, потому что тут 4 офицера. Да. Кстати, нам за работу всего лишь 18 центов дали. Ты бил, бро, в следующий раз обед отвлеки тюремщиков, пока я отключусь. Мне надо выскать одну камеру. Хорошо. Так, Космолозер. Юлия Попова и его дружки отобрали у меня этот шоколад. Я хочу, чтобы ты забрал. Ну да, хорошо. Ужин. Так. Пока что все легко. Тут реально 4 офицера. Так, Ангелина. Космолозер, его дружки отобрали мне файл. Ладно. Ой, нет. Макс Плей? Нет. Иван. Что такое? Иван, я давно дал мой привет батарею, ему Юля стояла. Мне плохо от одной мысли об этом. Отбери его. Ну ладно, попробую. Сейчас выполняется слишком много заданий. Вечерний перерыв. Так. Пауза. Профиль. Журнал. Одолжение. Отобрать. Так. Начни перепалку во время такой вот. Космо, отобрать предмет шоколад. Отобрать предмет файл и отобрать предмет.
Я думаю, что... Кстати, кто где работает? Мне это нужно смотреть. Так что мне нужна работа на кухне. А, вот там вот это я... Рабочая должность. Должность прачечной салбонжи на кухне. Максвин! Мне нужно Максвина. Так, Максвин. Дружить с Максом. Поэтому я сейчас возьму гребень. Взять. Гребень. Открыть. Здесь у меня есть гребень. Да ни хрена нет гребня. Так придется поискать. Ой. Открыть. Открытие. О, батарейка. Клейкая лента. Так. И фиолетовый журнал. Зажигалка, нет, хлорка, фольга. Так. Нет, не нужно залезать. Открыть. Журнал. Бочка с пенарем. Так. Еще вечерний перерыв. Открыть. Журнал. Клейка лента вот мне будет нужно. Хотя нет, я же могу сейчас открыть, взять журнал. Так. Создание. Бим, бим, бим! Вот один журнал уже есть. Журнал это что? Контрабанда это? Так, нет. Вечерний перерыв, сейчас должна быть перекличка. Так. Игру нельзя сохранить, когда есть риск вашей поимки. Когда игрука... Месте. Значка сохранения отображается. Отображается значок тюремщика. Нажмите на него, чтобы увидеть, как устранить текущую опасность. Ой. У меня вроде ноль. Оказывается, кто-то сбежал, но вскоре вернулся. Ой. Фикре. Иван, Юля, Стелла, Герим, Пищутер, Максвин. Стелла. Внимание, результат игры нельзя сохранить из-за риска вашей памяти. Вы не у себя в камере. Отдыхать. Да. Ну что ж. В этой серии мы подружились с Максом. В следующей серии мы отберем работу на кухне. Всем пока!